Дорога дорога. Платными становятся не только парковки, но и трассы. Только за прошлый год проезд по платным участкам дорог принес чуть больше 1,5 миллиарда рублей. Воспользовались такими магистралями более 26 миллионов водителей. В этом году ожидается, что цена за проезд по таким участкам вырастет к 1 июля. Изменение стоимости проезда по платным участкам будет в соответствии с программой деятельности, изначально предусмотренной программой, изменено на уровень инфляции. Это мы всегда делаем к середине года после опубликования официальных данных Министерством экономики об итогах 2013 года. И, насколько я понимаю, это будет около 6%. Расти будет не только цена, но и количество платных дорог. Среди наиболее ожидаемых проектов этого года – открытие участка трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург в обход города Вышний Волочок. Строительство магистрали планируют закончить раньше срока. Мы действительно на год раньше введем этот объект в эксплуатацию. Вместо 2015 года это будет осень 2014 года. Также на этот год запланирован запуск головного участка этой же трассы Москва-Санкт-Петербург и двух отрезков на магистрали М4 Дон. Ольга Афанасьева, Виктор Копров, Виталий Тарасов, Москва.